Преображение Терешкович довело Солнцева до приступа. Кажета Ахиджакова считает, что фрик в юности перенес очень сильный стресс. Ясновидящая рассказала, что ждет в будущем известного шоумена Гогена Солнцева. Мужчина, которому всего 37 лет, женат на Екатерине Терешкович, которой 63 года. Причем в последнее время после пластической операции супруги отношения в этом союзе накалились до предела. Солнцев и Терешкович стали драться, причем делают это прямо на людях. По словам ясновидящей, Терешкович в этом союзе словно вампир. За счет притока свежей крови она пытается продлить свою жизнь. Гадалка считает, что Терешкович будет жить долго и счастливо. А вот Гоген уже через 7 лет, если, конечно, не сбежит от престарелой дамы, будет выглядеть старше нее. Гадалка добавила, что в юности Гоген пережил сильный стресс, что и сломало его психику. Его сейчас не интересуют отношения со сверстницами. Причем Кажета уверена, что Терешкович оставит Габену в наследство некую недвижимость. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!